Интересно, что азиат тут искал? Сейчас увидим. Сокровища, что ли? Ой, что это? Череп, кажись. И помянуть нечем. Ой. А его чпокнули. Что значит чпокнули? Застрелили. Вон дырка. Работает на текстильной фабрике. На обратной стороне адрес. В конверте аванс. Домой возвращается примерно в одно и то же время. Часам к 11. А у меня есть мед. Ну что, есть? Командир корабля и экипаж прощаются с вами и желают вам приятного полета. Что это? Всего вам доброго. Спросите, пожалуйста, что здесь написано. Ну, нам это ничего не даст. Это нас никак не успокоит. Вероника, переведите, пожалуйста, а то можно с ума сойти. Я просто примерный смысл скажу. Он верил в сказку о сокровищах пиратов. Значит, сокровища все-таки существуют. Ну, бред, а? Ну, сказка, что в самом деле, а? И тут суд, что городите? Если бы это были сказки, его бы не застрелили. Да, логично. Они есть. Но все, кто их ищет, идут по ложному пути. Да? Еще такие умозаключения? Не знаю, сказала, что увидела. Все дело в сокровищах. Все беды от них. Ну не надо, тебе не сокровище. Ба, а есть деньги взаймы? Я тоже рада видеть тебя, Юрочка. Я с нотариусом уже договорился. По поводу квартиры. Слышь, ба. О чем? Ну, то есть о чем? Может, обсуждали. Насчет дарственной на квартиру. Мы с тобой обсуждали? Ты что, ба, не пугай меня. Я бы сразу заскочил, все тебе рассказал. Вот именно, заскочил. Как метеор. Если что и сказал, я и не услышала даже. Так я уже нотариуса проплатил. Он сюда приедет к тебе. Ба, ну а что такое? Ну оформить дарственную, это же вообще ничего не значит. Как не значит? Ну вот так вот ничего это не значит. А что это меняет? А я вообще ни на что не претендую.
Как жила себя, так живи. Хоть до самой смерти. А ты ее торопить будешь. Батя, что ты такое говоришь? Вы знаете, я вам очень советую прочесть вот этот документ, прежде чем вы его подпишете. Да чего уж, я вам доверяю. Тогда, пожалуйста, вот здесь. Бабушка, сюрприз. Я купил тебе билет в круиз. Классная рифма, ба. Поплывешь на лайнере, как белый человек. Ба, тебе что, плохо? Что с тобой, ба? Бабушка, тебе плохо? Нет, нет, все в порядке. Не бойся. Может, воды? Ба. Со мной все будет хорошо. Ба. Со мной все будет хорошо. Спиритический сеанс. С ума сойти. Должен. Да, я хочу попробовать. Я когда-то это делала в пионерском лагере. С такими вещами лучше не шутить. Николай II, царь российский, накануне революции тоже занимался спиритизмом. Ну и всем известно, чем это закончилось. Ну и теперь наши бунгало возьмут штурмом, как зимние, да. Ну, с научной точки зрения спиритический сеанс — это результат самовнушения. Но мы же ничего не теряем. А какие вопросы можно задавать? Любые? Нет, не любые. Дух может разозлиться и уйти, если вы будете задавать глупые вопросы. Но, по-моему, у нас один вопрос на всех. Разве нет? Чей дух вызываем? Слушай, ну как вам не стыдно, а? Да, мы с высшим образованием. А вы чего уши развесили, коммунист? А давайте вызовем Ленина. Владимир Ильич быстренько все разъяснит. А у тебя какой вопрос? Хороший для нас коммунизм лечить, да? Очень простой. Не надо трогать. Ну, спроси. Это наше будущее. У духа? Можно у меня? Это ты? А там, в Москве? Два разных человека. Знаешь, а ты мне тоже сейчас кажешься совсем другим. Почему так? Почему мы должны оказаться были здесь, чтобы наконец-то увидеть друг друга? Если это вопрос для спиритического сеанса. Да, наверное, в алфавите не хватит букв для ответа. Именно это я и хотел сказать. Кого вызываем? Хашимин устроит? А кто это? Был такой дедушка, вьетнамский партизан. Ну что, лучше Конфуций. Хорошо. Давайте Конфуцию. Вызываем дух Конфуция. Вызываем дух Конфуция. Может быть, не надо? А то что-то страшно. Ну, относитесь к этому как к игре. Нам же просто нужно как-то отвлечься, убить время до утра. Конфуций, ты здесь? Если ты здесь, дай нам знать. А как он даст нам знать? Как? Звонит, скажет: алло, здрасте, я Конфуций. Может, брется повернуться или
лампа потухнет. Ну, в общем, какой-то знак. Надо подождать. Конфуций, мы тебя ждем. Конфуций! Арестован капитан затонувшего рыболовного судна, на котором, предположительно, находились русские туристы. И, возможно, уже в ближайшее время мы узнаем новые подробности этой ужасной трагедии. Задержанный капитан имеет хорошую репутацию. Он женат, имеет 5 детей, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Дело поручено офицеру Чуньё. Следите за подробностями на нашем канале. Я же говорил, что капитан меня обманул. Я тут ни при чем. Он кинул нас, и мы зря болтались в море. Ты знаешь, что с тобой будет, если твой капитан расколется? Андрей! Андрей! Там китаец очнулся. Я же говорил, что какая-нибудь ловушка да сработает. Он очнулся. Спросите его, кто он, откуда и как его зовут. Кун Чиалай Мацакнай. What is your name, Конфуций? Его зовут Мо, он приехал из Шанхая. А что он делает на этом острове? Он там лаю тико ни. Он был рабочим для двух жен. Кунь. Сын Тэнку дэ асайю бун гао хэнг ни. Тома. Као гэ пой. Ли рок вайрас алай сак янг. Он гэ пой дуэй. Он был слугой при пожилой семейной паре. Они несколько лет жили в бунгало. Потом они заразились вирусом. Они умерли, а он выжил. И с тех пор он на этом острове.
Обед почти готов. Обед подождет. Идем. Мы скоро вернемся. Ты все-таки нашел карту. Как видишь. Но тут какие-то знаки. Ничего не понятно. Карта зашифрована. На случай, если попадется на глаза посторонним. Пираты не были дураками. Осталось совсем чуть-чуть. А у этой семейной пары у них были какие-то родственники? Пуами акон не мият, пинон кан май. Пом дэ кава ка ми лук чай. Кау кэй ахан ма сонг танг хеликоптер. У них был сын. Он прилетал на остров на вертолете, привозил продукты. Когда они умерли, он прилетел и забрал их тела. Значит, была связь какая-то, да? А какая? Что, телефон или что? Пуакао кэй ми толасап. Ми, кэй ми. Да лук чай хоу капэ лэу. Сын забрал телефон. А чего же он с этим сыном не улетел? Действительно. Кун там май. Май пай, юка плуг. Пом котоса, хо лучай хо. Хо адже грау ха, ва пом ка по мэ хо ка дай. Пом ка лэй тонг лоб сон туа. До не ми ока дай ла квам чу лё дай дай. Он боялся, что сын умерших родителей обвинит его в их смерти. И поэтому он убежал из бунгало и спрятался. И с тех пор он на острове, и надежды на спасение у него нет. Значит, этот псих не знает, как можно выбраться на материк. Подождите, подождите, Альберт Николаевич. А где он живет на этом острове? Где он ночует? Кун пак ю ти най. Пом кэй кид ва, пом чэ дэ сай ю бэн гоа, бэн гоа хэнг ни. Ну, он ночует, где придется, потому что он хотел жить в бунгало, а пришли мы, и ему пришлось уйти. Он лжет. Я знаю. Ну, а раз знаешь, что с ним разговариваешь-то? Что с ним разговариваешь? Что ты с ним миндальничаешь вообще, а? Слышь ты, китаёза! Алло! Что ты нам вообще на уши вешаешь? Ты что нам здесь стираешь? Глаза мне смотри! Смотри в глаза! Глаза смотри! Все, мужики! Все! Я ж забыл! Смелые, когда вместе. Вы смотрите, смотрите, что, добренькими все хотите быть, да? Добренькими хотите быть! Давайте! Он всем кишки чуть не выпустил. А вы все его задницу целуете. И сдохните нахрен на этом острове все. Савелий Тимофеевич. Welcome. Ты куда с топором-то? Хижину строить. Ну, тогда я с тобой. Вместе будем строить. Всем на загляденье. А он что, никогда за тебя не дрался? Повода не было. Я всю жизнь от него не на шаг. Со мной такое в первый раз. Я с детства ненавижу, когда все нападают на одного. Они же даже слышать тебя не хотят. Как будто сговорились.
ты говоришь правильные вещи. Вот тебе и приходится кричать, да? Да. Вернемся. Разведусь и женюсь на тебе. Ты слушать умеешь. Не то, что некоторые. Так, так, все, все. До свидания, если вы. До свидания, до свидания. До свидания, до свидания. До свидания. Блин. Чего такое? Давай тут разберемся сейчас. Чем тут разберемся? А это кто? Кто? О, а ну подожди, подожди, подожди. Здрасте, здрасте. А что, мы не спим? Бессонница. Ага. А с бессонницей лучше сидеть в своей комнате. Зоя Сергеевна, не считаете, а? Да? А еще не понял. А что такое? Это ваша статья. Я вижу, что это моя статья. Вам кто-то разрешал? Нет, мне просто стало интересно. Интересно? Читайте женские журналы, интересно. Я, Савелий Тимофеевич, сельскую жизнь немного знаю. И вообще-то состою в вашей партии. Знаете, не каждому члену дозволено жить в моем доме, да? Давайте как-то это будем ценить. И не позволять себе лишнего. Хорошо? Да, извините. Нет, уж не надо. Давайте, ну, садитесь. Садись, садись. Ну? Как статья? Ну, может быть, конкретнее. Эту часть, которая про стариков, ее нужно переделать. Неужели? Интересно, почему? Потому что из нее следует, что старики губят село. Не так? На стариках держится село. Чушь, Зоя. Молодежь не из деревни. Только потому, что там засилие стариков. Вот и все. Пока не о чем. Ну что? Сейчас, подожди. А вот, кстати, если удельный вес стариков зашкаливает, то начинается всеобщее старение. Об этом вы не задумывались, а? Член партии. И поэтому вы предлагаете истреблять стариков? Нет, у меня такого в статье ничего нет. Нет, вы предлагаете их не поддерживать. Ну, не истреблять. Так перестань их поддерживать, они умрут. Ну, пусть умрут. Пусть умрут. Все умрут, и вы умрете, и я умру. Вот здесь ничего страшного как раз нет, а? Кстати, а 90% молодежи, чтобы вы знали, после школы из деревни уезжает в город. А дети спиваются. Вот их нам и надо обратно вернуть. За ними будущее. От них есть какая-то польза. Мои родные живут в деревне. У меня отец, он заслуженный учитель России. И пока ему позволяло здоровье, он все свое время тратил на воспитание и обучение детей. И то, что в нашем районе много молодежи, это целиком его заслуга. Потому что он привил детям любовь к селу, к земле, к истории, молодец, понимаете? Молодец, молодец, отлично. Вашим родителям я помогаю. Ну а что, вы живете здесь на всем готовеньком. Зарплату получаете, отправите больше некому. Родителям-то помогаете, нет? Или копите?
Мои родители голосовали за вашу партию. Премного благодарю. Благодарю. Ай! Отвали. Нам надо поговорить. Нам не о чем говорить. Если ты еще раз пойдешь к этому козлу, я с тобой разведусь. А я согласна на развод. Хорошо. Все-таки, что дальше с ним делать? Я предлагаю его развязать. И как можно скорее. Зачем? Чтобы он нас всех попереубивал, а потом свалил? Мы же не можем держать его вечно на привязи. Каждый пленный только и думает о том, как ему убежать. А этот придумает. Да. В этом я не сомневаюсь. Тогда у нас начнутся настоящие проблемы. Отпустим проблемы. Не отпустим, тоже проблема. Но пока он здесь, мы хотя бы можем спокойно передвигаться по острову. Так что ты предлагаешь? Он нам не доверяет. Поэтому не входит с нами в контакт. Для этого я предлагаю его отпустить. Ну, то есть... Ну, я не имею в виду отпустить на все четыре стороны, а сделать вид, что мы его отпускаем, на самом деле следить за ним. И тогда мы узнаем, если у нее действительно связь с внешним миром. Да, 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 это правильно. Угу. Вероник, давайте переведите, что мы поверили ему, и мы его отпускаем. И чтобы он ничего не заподозрил, вы скажите, что мы даже предлагаем ему остаться здесь, если он захочет. Что-то я очень сомневаюсь, что он захочет с нами остаться. Кун ектя юкап лауле юкпай. Яксы, помня юкапу кун. Он хочет остаться здесь. Он говорит, что на острове трудно выживать в одиночку. И ни за какие сокровища мира не заставят его остаться здесь, на острове. Вот и замечательно. Да что же вы делаете? Он же врет все. Паш, скажи. Что он может сказать, Катя? Извините, я погорячилась, наверное. Подожди, не развязывай его. Пусть вначале скажет, зачем он подал нас. Да. Тамай кун, ягдя халау. Пом токчай. Ти хен пук кун. Капкан. Пом капуа пук кун заик. Он говорит, что на нас не нападал и что он сам нас испугался. Какой пугливый. Оно уж бросил тоже со страху. Спросите у него, что за гадость была на этом ноже. Ми пит бэп на юбон. Мит лемни. Мими. Ми лемни мими пит. Он говорит, что не было никакой отравы на ноже. Да ты что? Давайте немного поцарапаем. Тихо! Это следственный эксперимент. Узнал нож. Вижу, что узнал. Вот этой дрянью он отравил своих хозяев. Все. Будущее закрыто.
Затонувшим катером управляли именно вы? Да. Так, на катере находилась группа туристов из России. Куда они направлялись? На какой-то лайнер. У меня были точные координаты. Это было записано в судовом журнале. Как могло так случиться, что они утонули, а вы остались живы? Как так получилось? Они были пьяны. Сильно пьяны. Пускали фейерверки и сожгли мое судно. Я пытался их спасти, но... Что «но»? Они утонули. Я не смог им помочь. Честное слово, офицер. Я всю жизнь беседую исключительно с честными людьми. Я говорю правду. Судно пошло ко дну, и они вместе с ним. Мне чудом удалось спастись. Каким, интересно, образом? На спасательной шлюпке. Поверьте, после я еще долго пытался отыскать спасшихся. Почему ты не сообщил о кораблекрушении? Я испугался. До сих пор эти мертвые русские приходят ко мне в кошмарах. Говори правду. Переведите русскому офицеру, что мы сейчас допрашиваем капитана судна. Мы думаем, он причастен к гибели туристов. На чем основывается ваш вывод? Много противоречий в показаниях капитана. Он не обратился в полицию после трагедии. Более того, ушел из дома и скрылся. Из этого следует, что ему могли заказать убийство туристов. Он поджег судно и пустил его на дно. Хорошая версия. Что у вас с гидом? Думаю, что гид ничем нам не поможет. Скорее всего, он не причастен к заказу. По нашим сведениям, он тоже чист. Ну вот, остается только капитан. Я думаю, нам нужно набраться терпения и немного подождать. Либо капитан расколется, либо заказчик себя проявит. Желаю вам удачи. Здравствуй, Элизабет. Мсье Коклюш. Обиделась. Ну ладно. Садись. Давай. Мне все равно, что ты не знаешь русский язык. Поэтому смотри в глаза и все поймешь. При мне всегда будут два предмета. Вот это я буду использовать, когда буду спать. А вот это я буду использовать, если ты себя будешь плохо вести. Понял? Молодец. Честно говоря, я уж думал, карта острова не актуальна. Зря-то мы поймали. Как раз сейчас. Сейчас она еще более актуальна. Извините. Нам надо найти убежище этого Мо. Стоянку или пещеру. Спутниковый телефон. Если он убил своих хозяев, то телефон он точно припрятал. Ну да. Андрей! А. Я иду! Давай, догоняй. Бедный фермер. Стоило столько пережить, чтобы в результате напороться на предательство. Лиза. Что скажешь? Ну, что ты скажешь? Хоть что-нибудь скажи. Ну, больной твой поправился. Ты свободна. Мы идем составлять карту острова.
Найдем. Ты знаешь, сколько живут вороны? Вороны? Ну, лет 300, наверное. Это миф. Максимум 75 в неволе. А на свободе все 15. Меньше, чем воробьи. А воробьи сколько? 20. Подумать только. А помнишь, когда мы жили на Шабловке, напротив нашего дома, на Тополе, было воронье гнездо? И они парами издевались над соседской кошкой. Как только та появлялась на подоконнике, они начинали кружить над ней. Низко-низко кошка злилась, все время пыталась лапками поймать их. Ворона – птица с юмором. Завтра пошли на Патриаршие пруды, а там утки на громаднейшей полынье. И тебе, наверное, не очень удобно. Ну ничего, радуйся. Это ненадолго. О, держи. Художественную литературу читай. А я, знаешь ли, вздремну. Меня так подплющила эта гадость, которую ты мне угостил. Не надо на меня смотреть так укоризненно. Что с тобой? Я откопал очередную табличку с очередной глупой шуткой. А по-моему, все хорошо. Очередной глупой шуткой стало меньше. Мы приблизились к разгадке, верно? Нам еще нужно расшифровать 4 знака. Хотелось бы верить. Иногда мне кажется, что я умру на этом острове, так и не добравшись до сокровищ. Неправда. Мы их найдем. И будем богаты. Объездим весь мир. И почувствуем себя свободными и счастливыми. Вот увидишь. Все будет хорошо. Мы будем счастливы.
Значит, начинаем с этой точки. Мы с Лидочкой пойдем по береговой линии. Андрей. Да. Вы считаете шаги до подножия холма. А Катя, Катя, вот левее. Вон до той скалы. Ну, карандаш у вас один на всех, так что цифры запоминайте. А Павлик? Ну, Павлик с нами, наверное, тогда пойдет. Вадим. А. Пусть идут вместе, если хотят. Теперь на острове вроде стало безопасно. Хорошо. Ну, значит, все готовы, все поняли. Как закончим, собираемся здесь. Кать, правее, он к скале.